have we fought? Hard to say. It's the only memory I have of us since we were kids. Time to finish this, Virgil. Once and for all. Беги, долбоёб! Поехали. I won't lose to the likes of you. Мне похуй, я полностью прокачан на все 200%. 200% crazy, так сказать. И наибольшим унижением, мне кажется, было бы для него, наибольшим унижением пасть от нунчаков. Забавно. Сейчас мне очень пригодилась бы средняя кнопка мыши, которая вышла из строя, но... Ну да, я все ядро это делаю. К сожалению, так построен геймплей. Так устроена боевая система. Где? Ну вот так. Как-то это такая тактика. Нет, это его вообще не берет. А другой... Шляпа! Эй! Лови шляпу, брат. На нем шляпа. Или на мне шляпа. На нас обоих шляпа. Шляпные, братья. Шляпные пацаны. Марио против Луиджи. Лепость. И чё, я тоже так умею? Подожди, подожди, вот, 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 всё, давай на равных. Ну, мне нравится этот дружеский файт. Я прям вообще никакого негатива не чувствую. Это как бой подушками, на мой взгляд. Выяснение отношений с помощью подушек или... или вроде того, когда в шутку, просто в шуточку. Готовься к чему? Слушай, дай-ка я перейду в форму приколов. Демоническую форму приколов. Ау! Эй, так нечестно, так нечестно, так нечестно! Мам! Вергилий жульничает! О, так не считается! Брат, ты ебанат? Да! Да, брат! Брат. Обожаю задницу этого чеба, так господи, какой у него нелепая конституция. Конституция тела. Бой. Ладно, ты мне чуть штаны не порвал прямо сейчас. У меня две полоски здоровья. Я прямо сейчас не знаю, что делать. А давай-ка я подержу дистанцию. Стоп, стоп, стоп. Вернулись. Не хочу умирать, не хочу. Дайте мне последний шанс, как... Использовать сферы. Да, золотую сферу. У меня дохрена осталось. Поехали. Ну, думаю, я не зря ходил по закоулкам и собирал их на протяжении всей игры. Чтобы наконец использовать в финальной битве. Наконец-то они пригодились. Все, брат, без шанс. Без шанс. Моя очередь играть в Xbox. Nero is my son. Yeah, dumbass. You can't remember through that thick skull of yours? Да, с боссами тут не особо. Не особо разбираюсь. That was a long time ago. I guess you were young once too. As much as I'd love to hear that story, I think it's about time we ended this.
Господи, так смешно. Неужели это... Неужели это еще один отпрыск Спарды, либо вообще сам Спарда, либо Господь Бог в обличье... Не знаю, это... У меня нет комментариев, я вообще в первый раз вижу этого человека, этого... Это существо. Истинно все. Мобильник работает. Мобильник, блядь. Телефонная будка. Просто уничтожена. Расплавлена. Откусана, надкусана. Как плавленый сыр. Полуплавленный сыр. Кирия. Я был маленьким. Когда в детстве, когда я был ребенком, я был маленьким. Ты знаешь об этом? Я никогда не рассказывал тебе, но... У меня были маленькие руки и ноги. Ты всегда мог отличить правильный путь от ложь. Кирие, я так понимаю, это блондинка? Было бы здорово, если бы это был Кирю, но по голосу не очень похож. Не знаю. I couldn't protect Kratos. To this day, I hate myself for not having enough strength. But this time is different. I swear, I'm not letting you die! А можно 20 глава будет просто обыкновенной катсценой? Мультик на 40 минут. Достойное завершение. Достойное завершение игры. Бутербродиком зажали. Бывает с лучшими из нас. This is curious. Nero. Роберт Де Ниро. What form of power is this? What the hell? This ends right here. Но мы ж пиздиться с ним не будем, правильно? Это вообще нелогично. Это глупо и странно. I told you already. This is not your... You listen, deadweight. I won't let you kill each other. There are other ways of settling your differences. А, пошли понты. I'm putting a stop to this sibling rivalry. You came all this way just for that. Virgil. Все, у меня окончательно голос сломался. Whatever you call yourself, Dante's not gonna die here, and neither are you. Значит, умрешь ты? You have a problem with that. Not gonna die my ass. That bitch slap nearly killed me. If I beat Nero, then by default, I beat you. Agreed, Dante? Whatever.
I don't really care. I'm just gonna sit this one out. Да похуй. Короче, пожалуйста, дайте мне сыграть сейчас за Вергилия. Вот это было бы реально круто. Но, видимо, мне придется отдуваться за школьник. Ну да, конечно. Ладно, согласен. Ой, я теперь феечка. Моделька вообще похожа на Райдена из МГС. Воу. Так, что с музыкой? Почему это дабстеп? Вот ни разу не было, а тут взяли и поехал. Так, что я умею вообще? А в чем мои охренительные способности? What's my signals? What's my mad skills? Ну и что? В итоге он меня просто в пузырь без времени заточил и все. Я вообще не чувствую себя сверхмогущим. Батя и дед опять нажрались и подрались. Каждую субботу одно и то же. Интересно, а где Данте лежит? Ну-ка, я хочу посмотреть, как он валяется. Нажмите Q. О, нет. Теперь я не могу уйти от него. Ну давай. Убивашечки. Нормально. Данте! Данте! Ты где? Где? А, вот он валяется. Че вы видите, если к нему куда идти? Он укатится куда-нибудь? Диджей Арбуз написал ремикс для финальной битвы DMC. Такие вот новости. Вообще ничего не берет. Да ладно. По поводу Данте могу сказать, что он определенно точно вертит головой и следит за нами. Если подходить к модельке поближе, это отчетливо видно. Вот я сейчас попробую еще немножко отступить. Чтобы Данте лучше видно было. Чтобы Данте было лучше видно нас. Оператор с ума сошел, как обычно, блядь. Как вот всю игру одно и то же. Оператор никого не слушает. Блински, да. Я настолько сильно. Это даже не заглушка, это не что иное, как прошлогодняя сцена. Сейчас я вернусь, источники и захват игры. Камон. Все в порядке. Я настолько сильно пиздился, что у меня курсор улетел в ОБС. Вот и так бывает. Так бывает порою. Кстати, спонсор финального босс-файта никто иной, как Чебурекми. Чебуреки пустые 40 рублей. Блять, чебуреки полные 90 рублей. Плюс налоги, плюс на пиво. Interesting. Oh, brother. Interesting.
You cut off your own son's arm for more power, and you still lost. Enough, damn it! The underworld is taking over. Пенсионер. We need to do something before it's too late. He's right. We need to close that portal. Какой портал? Не было речи вообще никак, ни о какой портал. I can still fight. Портал любителей Monster Energy напитка Vares.ru. It'll just interfere with our business. No, that's the smartest thing I've ever heard. Два пенса просто, блядь. Better hurry up. We still got два пенса и зумер. Evidently. Держит в руках судьбу человечества. We need to sever the Clyphod roots from the underworld itself. Then we'll seal the portal with the Yamato. Hang on. If you do that, you can't come back. Why do you think I'm going? Somebody's got to keep an eye on your old man. You can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here, we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah. Как в Red Dead Redemption, он бы поднял свою шляпу и оставил, hey, оставил ее Неро. Ну, чел вообще не врубается. Take care, Nero. Adios. Adios. Любимица. Семья кушает пустой чебурек. Пустой чебурек, кстати, можно наполнить по заказу хоть чем, чем угодно вообще. Ты выбираешь начинку и... Можно напихать туда и говядину, и курочку по-азиатски, и грибы, и малину, и клубнику, сгущенку, рыбу, все на свете. То есть ты платишь начальные 40 рублей, и потом за каждую начинку свою стоимость. И в итоге ты делаешь свой индивидуальный чебурек, свой личный чебурек. И именно поэтому, наверное, франшиза вся так и называется. Чебурек мини. Ми. Ну, подошли наконец к вечеру. Ёлки зеленые. About what? Duh. Your arm? Who the hell grows an arm back? It's just weird. It's like a lizard tail or something. Look, I don't know. It just grew. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. This arm. It's nice. Ты Ника только что лишил работы. Чем она теперь заниматься будет? Кому она будет делать руки? Saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a crybaby. Does make you a little bitch, though. There it is. Интересно, рыба с говядиной в чебуреке неплохо сочлись, бля. You think I'm a demon? Курицу по-азиатски я не рассматриваю, потому что она сладкая. С говядиной она не будет сочетаться точно. But... Yeah, I know. I wouldn't be here without him. That's a biological fact. Оп. Right. All I'm saying is, tough guy. It's okay to cry if you want. Devil's cry. Devil's cry. Дьявол не плачет. Will you shut up? Will you stop it? Look at you. You're nobody. Why don't you cry on my shoulder? Stop saying cry. Cry on my shoulder. I know you wanna. You say cry again. Devil may cry. You say. Hey, idiot. Хорошо. Yeah. I'm coming home. Oh yeah, I don't want to spoil it, but I got a surprise for you. Oh yeah, he's got a huge surprise. You shut up!
Безвесельная мулатка. Нико, you know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Hey, sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Там Маджима стоит. Нет. Короче, охуенный. Задел на продолжение. Имеется. Клевая анимация. It's a prototype, and this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. Gotcha. Двойная реклама. Well, how sweet. Feels good. Так, а что по поводу остальных девчонок? You'll get fixed as soon as we get back. Чинилка. So, devil's crying, huh? Let's see what that sounds like. Ну, зашибись, я люблю, когда игры поддаются прохождению за один присест. В принципе, присест, правда, получился, наверное, излишне. Наверное, излишне длинным. Некоторые игры за 9 часов проходятся, и ты типа комфортно себя чувствуешь. За сколько я это прошел? Болтал я для начала, ну, где-то час, может быть, два, два часа. Ну да, вообще-то на 10 часов как раз и уложился. Нормально, нормально. Причем я прям реально ощутил охуенную смену настроения в течение всей игры. В самом начале ты чувствуешь, что эта игра какая-то топорная и неудобная и все такое, а потом, когда ты более-менее осваиваешься, только более-менее осваиваешься с управлением, тебя переключают на другого персонажа с совершенно другим управлением, и геймплей становится радикально отличным от того, что было ранее. Ты привыкаешь к новому управлению, и тебя бросает обратно. Обратно к старому управлению, когда ты играешь в Неро. И ты такой, вроде, думаешь, все, я прокурил всю игру, и тут врывается Данте. И происходят совершенно новые вещи. Ты испытываешь просто эмоции, которые реально, реально ожидал испытать от слэшера. Вот примерно где-то с появлением Данте настоящий слэшер начинается. Настоящее, блядь, неворотое безумие с мотоциклами. И огромный драйв. Это клево было. Ну, по поводу концовки, к финалу, вот эти филлерные миссии, где ты за трех человек одно и то же место проходишь, это, ну, слишком, ну, прям вообще неприлично. Так бы игра пробилась, наверное, ну, часов за 8, может быть. О, сыны справились. Сыны все правильно сделали. Березки конец. А можно было бы нарядить ее в гирлянды? И новогодние игрушки. That's right. I'm more than capable of handling this on my own. You're gonna need some help. And someone to keep an eye on you. Когда они поцелуются? Безобидный братский поцелуйчик, почему нет? Ничтожные насекомые, они словно жаждут смерти. Короче, в начале игры я могу отметить охренительные катсцены. Довольно долгие, но при этом геймплея было не очень много. К концу игры наоборот, катсцен как-то не хватает, хотелось бы побольше. Но геймплея излишне дохуя. Просто приходится потеть в однотипных местах с однотипными противниками. Очень-очень много заставляют работать, и мультиков почти не показывают. В общем, в начале игры, пока ты еще не прокурил геймплей,
тебе как-то неинтересно сражаться. Поэтому тебе показывают мультики. Чтобы как-то... чтобы как-то влить в игровой процесс. Потом, когда ты более-менее осваиваешься с геймплеем, мультиков становится все меньше и становится все больше геймплея. Он меняется, он раскрывается, и вот когда геймплей реально раскрывается полностью, тогда, тогда мультики отступают вообще на второй план, и начинается пизделовка, просто бесконечная пизделовка. Игра совершенно меняет темп. Но где-то в конце, находится баланс. Вот этих, в этих последних четырех миссиях, которые такие крохотные, там, немножко, подрался, немножко посмотрел мультики, еще немножко надрал задниц, еще немножко посмотрел на клевые кинематографичные мультики, еще и в общем, тут темп вообще отличный был в самом конце. В общем, довольно умно сделано. Но за исключением, опять же, того момента, который я описал, я имею в виду филлерные миссии. Когда искусственно растягивают тебе прохождение. Вот это меня напрягло. Из-за них как раз-таки я и хотел вырубить игру просто и допройти ее завтра. Ну кто же знал, что последние четыре миссии будут ну, такие коротенькие, шуточные. Чисто про сюжет. Чтобы закончить историю. Вот и все. Они чтобы заставить тебя наиграть еще, допустим, 5 часов, которые, в принципе, совсем не нужны. Я так и не понял, что там за дела с Леди, что там за дела с Кирию или Кирией. Какую роль они вообще играли, вот эта вот блондиночка и Леди. Они просто как бы вместе с нами бегали и помогали нам, а потом... А потом обратно воскресли. Они, знаете, как в Ведьмаке 3 Бьянка была. Очень-очень привлекательный, красочный персонаж. Ты смотришь на нее и тебе кажется, вот у нее наверняка будет какая-то сюжетная арка. Вот наверняка у нее будет какая-нибудь личная история. А в конечном итоге у нее там полтора квеста и все. И при этом в этих полутора квестах она играет второстепенную роль. То есть там Бьянка идет и рубит деревню, но при этом играет роль, знаете, тёлки на побегушках. Там Роше в основном отрабатывает все. И ты такой, ну знаешь, как ты разочаровываешься. Вроде яркий персонаж, ноль раскрытия. Вот и здесь тоже. Привлекательные девчонки, но про них ничего не сказано. Как будто бы хотели сделать дополнительную миссию, возможно, даже с геймплеем за девчонок, но нужно было как-то... возможно, у них были ограничения по бюджету, либо по времени прохождения, но я был бы только рад, если бы вместо филлерных миссий поставили миссию про девчонок. Чтобы понять, зачем они вообще нужны, и какую роль как персонажи выполняют. Это было обидно, конечно. Такой неприятный момент. А история Ви, это получилось клево. Так загадочный человечек выходит и все стихи свои рассказывает. И ты такой, блин, а в чем его прикол? Откуда он столько знает? И т.д. и т.п. А потом оказывается. И ты к нему даже привязываешься. И к его питомцам особенно этот дятел говорливый. И резиновая пантера. А потом тебе приходится их убить. Вот тут здорово на эмоциях сыграли. Также здорово сыграли на эмоциях братских взаимоотношений. Что касается Неро... Ну, типа, парень вырос над собой. Ну, так и должно было быть. Хотя отношения Неро и Данте, они как-то... Они довольно сухие, мне показались. Вот... В Devil May Cry 4, насколько я помню, отношения у них были более яркие. Да и сами персонажи были очень ярко нарисованы. Что Неро, что Данте. А тут как-то... Deadweight, как говорится. Как говорил сам Данте относительно Неро. Тут единственный прикол, это как раз-таки выражение «мертвый груз». Типа,
Я не бесполезный. Я не бесполезный. Не принижай меня. Я не хуже тебя, Дант. И вот, короче, парень доказал. Парень поднялся над собой, взрастил крылья и стал клёвым. Достойный наследник всякой хуйни. Достойный наследник Спарды. Я бы так сказал. Земля в надежных руках. Ха! Би! Ну, вообще-то обидно. Я вроде как и не старался, но и не лажал особо. Ладно, би так би. Это вы просто хотите... Вы просто хотите, чтобы я переиграл миссию. А что касается Нико... С Нико все просто отлично. Она играет... Она, блин, не знаю, какая роль у нее. Она как хост, я не знаю. Она будто обрамление всей этой истории. Будто вся история происходит в грузовичке Нико. И без нее как будто бы ничего не было. Это проявляется как в ее появлении регулярном в каждой миссии. В том, что она обслуживает вообще течение сюжета. И в галерее. Ты заходишь в галерею и читаешь ее дневнички. Она типа как... Она как типа само агентство Devil May Cry. Как материнская база в Metal Gear Solid 5. Вот как я ее воспринимаю. Как Mother Base. То есть она тоже своего рода персонаж. И в MGS 5 она Mother Base тоже была своего рода персонажем. Жаль, конечно, Ника нельзя катсцену. Про что там должна быть катсцена? Ну, я не знаю, может, катсцена появляется только если ты проходишь в определенном уровне сложности. В любом случае, наверняка там ничего важного. Довольно важно. Ну, если ее нет, то и хрен с ней. Я не чувствую недостатка в какой-то катсцене. Меня все устраивает. Есть она или ее нет? Хрен с ней уже. Там наверняка опять какой-нибудь заделанный сиквел. Ника клевая, конечно. И вот все эти анимации, когда она нагибается там, за всеми этими руками, когда она проходит в шорте, как мимо тебя и так далее. Все это клево. Все это клево. В общем, на недостатки я указал. Достоинства я тоже отметил. В целом должен сказать, что геймплейными местами игра суховатая. Вот когда за Данте играешь, все вроде клево, но стоит переключиться за Неро, а Неро, между прочим, это добрая половина игры. Стоит переключиться за него, и все как-то сухо становится. И поэтому впечатления смазанные какие-то. Вот ты поиграл, и как-то не хочется перепроходить. А в Resident Evil 2 такого не было, потому что там более плавный геймплей, он ощущался не сухо, а сочно. Вот что я хочу сказать. Здесь не хватает сочности некоторым геймплейным моментам, и из-за этого не хочется перепроходить игру. Поэтому реиграбельность у нее будет страдать. Хотя, конечно, есть люди, которым нужно везде, в каждом бою выбить эску, или хотя бы и там открыть какие-нибудь секретные концовки, касцены и прочее. То есть, в принципе, задел для перепрохождения есть, но он для увлеченных, прямо скажем. А вот Resident Evil 2, например, можно перепроходить снова и снова. И потому что на геймплей она более такая плавная, размеренная и влажная. Влажная. Я вот такой термин, пожалуй, веду для некоторых игр. Некоторые игры влажные, и это приятно, по-приятному влажные. В них хочется вернуться, они теплые, мягкие, сочные. Вот и все. Я не знаю, как привести пример еще другой сочной игры. Например, у Rockstar очень сочные игры получаются. То есть тебе нравится сам процесс. Неважно там, какой сюжет происходит, неважно, какие персонажи, хотя с этим проблем там обычно нет, тебе нравится просто геймплей, тебе нравится, например, просто идти, перемещаться, то есть там охрененно реализована локомоция. В принципе, в Ведьмаке отчасти так было.
Вот такие вот, такие сочные игры. А если приводить пример сухой игры... Но приходят всякие инди-игры из Itch.io, например, та, в которую я играл. Как она называлась? Что-то про летний лагерь. Она, конечно, красивая, все такое, и милая, и там можно играть и в волейбол палками, и есть... Есть моменты, которые трогают, но в целом геймплей там какой-то... Бегать по этому острову не очень приятно. То есть я бы прошел, да прошел эту игру, но мне не хочется в нее возвращаться из-за того, что геймплей суховат. Control, кстати, очень сочный геймплей. А, вот пример. Пример. Че еще у меня? Просто я посмотрю на установленные игры свои и скажу, где сухой геймплей, а где сочный. Дэдпуль определенно сочный. Disco Elysium крайне сухой геймплей. Я... изо всех сил пытался получать удовольствие от просто перемещения по городу, от графики, которая, в принципе, располагает к погружению. Но вот не получалось. Вот игра почему-то сухая. Ты не чувствуешь связи с персонажем, которым управляешь. И как-то вот недостаточно плавно все там происходит, хотя они очень-очень старались. Видно, что старались сделать перемещение... таким охуенным. Со стороны выглядит охуенно, но когда ты сам играешь, он запаривает. Якудза Зеро. А там очень сухой геймплей тоже. Очень сухой. Но клевая история, которая реально затягивает. А в Якудза Кивами 2 там есть такой баланс между сочностью и сухостью. Потому что сделали совсем на другом движке, и поэтому... Поэтому добавили больше физона, больше плавности, какой-то флюидности, я не знаю. И все ощущается более сплетенным, органичным, целостным. И приятно просто пиздиться. Хотя даже порой просто забываешь про историю. Так. Вот что я хотел сказать. Just chatting. Сейчас поменяю категорию, потому что Devil May Cry закончился. И... Ага, с первого раза никогда не получается. Я не знаю, что с УБС случилось, но, может быть, мне просто убить общение. Общение он, кстати, не находит. Красавчик, круто, классно, зашибись. Еще одна попытка. Переключились. Я стучу себе по животу прямо сейчас. Прямо в такт музыки. Всем улыбочку. Игра прикольная была. Охуенная. И она мне явно будет сниться. А, равно как и будет сниться банановая рука у Неро. Которая, к сожалению, к концу игры куда-то пропала. А, я получал огромное удовольствие, когда все эти бананы врезались в противников. Я не знаю, почему у меня отняли эту руку. Ну, окей, если решили, что поигрался и хватит, то ладно. В принципе, там есть и другие прикольные руки, например, рука-чесалка, которая выполняет, наверное, и какие-то другие функции. Очень нежная рука, прям скажем. Она такая дамская, резиновая силиконовая рука. И спагетти-рука с вилкой. Вот это тоже прикольный момент был. Который компенсирует отсутствие бананов. Ну, я бы хотел, конечно, чтобы бананы дошли до самого конца игры вместе с Неро и стали бы его частью, чтобы у него была необычная рука, типа банановая. Вот так я думаю. Вот так я считаю. Ну, Capcom, если нужны идеи, если нужна консультация перед выпуском игр, обязательно звоните мне. Я поиграю сначала, потом вас проконсультирую, и мы сделаем идеальную игру. А пока не выпускайте Resident Evil, свой очередной. Сначала вышлите мне копию, я посмотрю, проконтролирую, что вы там нахуярили. И после этого...
И после этого вы просто возьмете на ТГА все кубки. А я тем временем отправляюсь падать со стула, с кресла прямо на кровать. Спасибо всем, кто живет в этом мире. Нифига себе. А у меня, по-моему, была какая-то другая заглушка. Ну-ка. Нет! Сов убрать. Вот. А потом вот так. Пам-парам-пам-пам. По кайфу. Чебурек мне немного сместить. Пам-пам. Доброй ночи. Мегамен это вообще позорище. Все, я отчаливаю. Пойду поужинаю, наконец, блядь. Я 12 часов перебивался одними сушками и кофе. Нормально. Все. Всем пока.